От Балтийского до Каспийского моря через 20 регионов России. В Чебоксары прибыл первый российский катамаран, который работает на электродвигателях и солнечных батареях. С уникальной разработкой российских инженеров познакомились мои коллеги. На нашем катамаране, на вот этом судне «Эковолна» стоит мобильная передвижная электростанция. Она полностью собрана из российских комплектующих. Это солнечные панели, это контроллеры питания, это инверторы и аккумуляторные батареи. Все эти комплектующие российские. И производительность этой установки в основном зависит от солнечных панелей. Вот установленная мощность солнечных панелей в нашем случае 11 киловатт. Это при идеальных условиях. Фактически, наш рекорд, максимальное производство энергии 10,5 киловатт. Это было на реке Ака. Основа для модулей – солнечные элементы, произведенные на заводе «Хивел» в Новочебоксарске. Главная экологичность маломерного судна. Оно полностью работает на электродвигателях и солнечных батареях, значит, не загрязняет воду. Эта разработка – вызов для нового поколения инженеров, подчеркивает руководитель экспедиции. Наша основная идея в чем заключается? Вот вода, пресная вода – это самый большой ресурс, самый ценный ресурс, который есть в России. Все люди состоят из воды. Вот загрязняя воду, мы загрязняем сами себя, потому что так или иначе мы эту пресную воду потом потребляем. И вот вода в портах, если вы обращали внимание, она черного цвета. Почему? Потому что двигатели внутреннего сгорания, они не секретны для кого, выбрасывают все свои отходы в воду. Катамаран отправился в путешествие по маршруту Санкт-Петербург-Великий Новгород-Москва-Астрахань 19 мая. За 3 месяца судно пройдет более 5000 километров. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами к тому же изучает характеристики и качество воды. По итогам будет построена экологическая карта. Все желающие чебоксарцы и гости столицы смогли познакомиться с уникальной разработкой в рамках фестиваля «Эковолна» и узнать много интересного об альтернативных источниках энергии. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.